Известную одесскую ярмарку на Дерибасовской могут снести. Соответствующий вопрос должны рассмотреть на ближайшем заседании исполкома горсовета. Как заявили в мэрии, мафы ярмарочного городка не имеют паспортов, привязки и согласования на размещение. Более того, изначально планировали, что ярмарка будет временной только на рождественские праздники. Но она стала постоянной. Мысли одесситов о планах городского руководства разные. Вы знаете, очень плохо. Очень хорошее заведение. Зимой очень приятно здесь попить вкусный глинтвейн, а летом холодное пиво. Поэтому негативно совершенно. Это очень такой какой-то уже свой уголочек Одессы. Все знают. Я бы не хотела, чтобы его сносили. Во-первых, действительно, здесь работает очень много людей. А во-вторых, это очень популярное место, где конкретно молодежь, вот даже по себе могу сказать, очень часто отдыхает, и зимой особенно. Это как во Львове, очень красиво. Ну, как вам сказать, 50 на 50 как бы мешает, будем говорить так, посвободнее. Особенно, когда приезжие, то есть летом, да, как бы здесь сильно забито. Мы даже не выходим летом. По информации наших коллег, ярмарку на Дерибасовской связывали с экс-вице-мэром Олесем Менчуком, который уволился несколько месяцев назад. Именно он был негласным куратором торговой сферы. Пока неизвестно, что появится здесь вместо будок с глинтвейном, шашлыком и выпечкой. Рассматриваются варианты возведения гостиницы или очередного торгового центра.